ваши части тела выступают не по делу. Если вируса бактерии не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В воскресенье в Самарской области облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, потеплеет, температура воздуха днем -1, -3 градуса, ночью 2-4 ниже 0. В Сызрани солнце проглянет сквозь облака, днем -1, ночью -2 градуса, северо-западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха днем -2, ночью -3 градуса. Северо-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, утром небольшой снег. Днем -2, ночью -4 градуса. Северо-западный ветер 6 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.